يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые телезрители в эфире передача посвященная священному месяцу Рамадан тема нашей передачи основная тема ночь предопределения в гостях у нас по-прежнему Шейх Курбан Мирзаханов. Ассаламу алейкум, рахматуллах. Алейкум ассаламу, рахматуллах, баракату. Курбан, последний раз мы с вами, вы разъяснили такой важный момент, как что такое принцип мирского, принцип радости или печали по-мирскому, принцип аскетизма. Думаю, было бы уместным нам вернуться к основной теме нашей передачи, и если, то есть, чтобы вы раскрыли нам значение ночи предопределения, в которую, как вы уже упомянули, был ниспослан священный Коран. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей Хадид ТВ-3. Как сказано в Священном Коране, как мы и упоминали неоднократно, Коран был ниспослан именно в этот месяц. И именно в ночь Кадр был ниспослан в этот месяц и в одну из ночей этого месяца, а именно в ночь предопределения, ночь Кадр. И это сказано в самом Священном Коране. И в преданиях мы имеем, что лау руфиат, ла руфи аль-Куран. Сказано, что если бы не было ночи предопределения, то не было бы и Корана. Это что означает? Это предание означает, что Коран является результатом снисходительности, великодушия Бога. То есть та снисходительность, которая проявляется в этот месяц, послужила этому ниспосланию Корана, нисхождению Корана. Результат высшей милости Всевышнего. Высшей милости. То есть это не достижение человечества, это не достижение кого-то. Это именно то, что... Потому что «Унзиля фихиль Кур'ан», «Шахр Рамадан аллази унзиля фихиль Кур'ан». Не сказано, что кого-то подняли, что кто-то поднялся на вершину и дали ему Коран. Нет. К нему спустился Коран. То есть проявил свое великодушие, проявил свое милосердие. Одарил этим Кораном. И так как апогеем этого месяца является «Лейлятул Кадр», то и вот это великодушие обретает в этот месяц, в эту ночь обретает особое значение, то именно это послужило тому, что «Инна анзальнаху фи лейлятиль кадр», то, что был ниспослан. «Инна анзальнаху унзиля», «Инна анзальнаху», «анзальнаху» — эти слова говорят о том, что в месяц Рамадан Коран становится доступным и... То есть во все остальные месяцы он недоступен. Нужно стремиться к нему, нужно обретать его, нужно стремиться к Корану. Совершать шаги в сторону Корана. Что вы имеете в виду доступность, то есть понимание?
Понимание, конечно, понимание. Но в этот месяц и в особенно в эту ночь, в Лейлятуль-Кадр, Коран обретает доступность. То есть умзиля сам направляется в сторону человека. Анзальнаху, Бог направляет в эту ночь Коран в сторону человека, а не человек. Человеку нужно просто захотеть получить его. Человек просто должен открыть свои глаза, глаза своей души открыть в сторону Корана, чтобы увидеть, не более того. Курбан, сам Коран направляется в сторону человека. Два вопроса возникают. Во-первых, не имеется ли в виду в этих формулировках, что мы не спослали Коран, или он был не спослан, факт вообще, в принципе, не спослания изначального? Конечно, имеется в виду. Это в том числе. Одно другому не... Понял, нет, то есть нет. и то это конечно, два это смысла, но наличествует. Да. А следующий, какие условия могут быть, точнее, есть для того, чтобы этот человек, любой человек, мог воспринять и понять? Допустим, я сел Лейлятуль-Кадр. Одно условие. Угу. Понимание того, что такое Коран. Это же круг получается. То есть, чтобы понять Коран, нам надо понимать, что нет, такое Коран. Это не круг, потому что в первом случае мы говорим о понимании смысла, а во втором, когда я говорю понимание Корана, мы говорим о значении, понимании значения Корана. Просто нужно понять, насколько величественная вещь перед тобой находится, насколько величественная вещь ты хочешь познать, насколько великую, важную, ценную и значимую вещь хочешь ты познать. Просто захотеть, просто понять. Когда человек халатно, где-то презрительно, возможно, где-то относится к какой-то вещи с недооценкой, он не сможет эту вещь понять, никогда не сможет понять. Просто нужно понять, что это величайшая книга, Мухайминан Алейхи, которая превосходит все книги без исключения. И воплотила в себе все книги, в которой есть все книги. Как сказал имам Саджад, алейхиссалату вассалам, Мухайминан алла кулли китабин анзальтаху. Мухайминан алла кулли китабин анзальтаху. Эта книга превосходит всякую книгу, любую книгу, которую ты не спосылал. Это величие, это значимость, это нужно понимать. И без этого понимания, конечно же, смыслы его не будут доступны, но это шаг, который необходимо совершить. Это тот поступок, который необходимо совершить, чтобы понять священный Коран. Знаете, Курбан, на самом деле на сегодняшний день Коран воспринимается, ну, в принципе, это все знают, просто подчеркнем для того, чтобы задать вопрос. Воспринимается как вам сказать, на уровне того, что весь его смысл, это то, что удивительно. Посмотрите, 1400 лет назад, какая-то совершенно неважно на самом деле для жизни человека, его личности, она описана, удивительно. И все, и люди, вот допустим там 5-10 аятов из стольких тысяч, они ориентируются, ценность ориентируют на какие-то незначительные, не нужны никому факты на самом деле. Ни для кого из них это не имеет никакой роли, не играет для него какой-то важной роли значимость, в жизни. Значимость Корана для человека, она описана в самом Коране. В священном Коране сказано «Шифаун лима фи судур». Это является исцелением того, что в груди, того, что в сердцах. Исцелением. Вот в чем смысл Корана. Он нужен для того, чтобы... Он является исцелением. Это лекарство, лекарство для души человека. И каждый аят имеет свое лечебное свойство. Каждый из аятов. Каждый из аятов имеет свое лечебное свойство. И для каждой болезни, так как и душевные болезни, так же, как и физически разные, у каждой болезни в Коране есть свое лечение, есть свое лекарство. Извиняюсь, вы знаете, сегодня это воспринимается как чтение, то есть на слух, даже музыка, как музыку это слушают. Чтение является первым шагом. Угу. Чтение является важным, это тоже имеет значение, чтение. Но это первый шаг. На этом нельзя останавливаться, потому что если остановиться на этом, то это обернется против самого человека. Это вне всякого сомнения, история это показывала, что простое чтение, оно приводит к проклятию Корана. У Корана есть свое проклятие, которое заключается именно в чтении. Чтение, это есть, то есть чтение,
Когда человек ограничится одним чтением, не размышляет над Кораном, не пытается постичь его, не пытается действовать по Корану, что очень важно, а просто читает ради чтения, ради красоты, ради вот этого эстетического наслаждения, это превращается, это есть проклятие Корана. И оно превращается... Проклятие Корана на человека, вы имеете в виду? Да, это делает человека ашканнас, делает самым несчастным из людей. То есть это вот свойство Корана. Исключительно чтение превращает в ашканнас. Это слова Ибн Аби Талиба, алейхиссалату вассалам, который таким образом описал одного из людей, которые были самыми лучшими чтецами Корана. Угу. Знаете, к чему этот вопрос? Допустим, человек хочет исцеления. Вы говорите, каждый аят какую-то определенную болезнь исцеляет, то, что в груди. То есть эффект исцеления, он зависит, вы говорите, сначала от чтения, но, соответственно, если он дальше не идет, то он не будет его исцелять или будет все-таки, но потом сделает несчастным с другой точки зрения. Как это понимать? Нет, чтение тоже оказывает благоприятное воздействие, но если это чтение приведет к размышлениям, окажет такое благоприятное воздействие, что человек начнет размышлять и действовать, повлияет на него. И мы приводили ранее предание от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда Са-Са, дед Фараздака, попросил его светлость прочитать ему что-нибудь. И он прочитал всего лишь один аят из Корана. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Вот этот аят прочитал, и он сказал, хасби, этого мне достаточно, и он ушел, и больше не возвращался. Почему? Потому что это установка на всю жизнь, это программа, которую можно расписать в многих томах. Всего лишь один аят, тот, кто сделает деяние, самое малейшее деяние, доброе деяние получит за это. Увидит это, узрит. И то, что совершит малейшее злодеяние, также узрит это. Этого для многих болезней достаточно. Для многих болезней одного этого достаточно. Понимания этого достаточно. Поэтому... Ясно. А вообще вопрос был в контексте, насколько я помню, в контексте того, что для понимания смысла, вы говорите, нужно знать значение Корана. А значение, вы говорите, как я понял, мы можем понять, исходя из его функции. Допустим, одну из функций вы упомянули, это исцеление. Так, то есть человек понимает, что в этом заключается его исцеление и другие какие-то важные для него функции, он таким образом может понять значение, а понимая значение, в Лейлатуль Кадр для него становится доступно понимание смысла. Абсолютно верно. Но мы не имеем в виду, что нужно сначала понять аят Корана. Мы говорим значимость, что это... Книга не способ, это важнейшая книга, положение, это величайшая Коран, книга, статус, его положение, его величие, его значимость, его ценность. Это книга, которая вобрала в себе все знания. Как в предании сказано, когда у имама Садыка, алейхиссалату вассалам, если не ошибаюсь, у имама Садыка, алейхиссалату вассалам, если мне не изменяет память, спросили, если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, знал все, знал обо всем, потому что к ему был ниспослан священный Коран, то о чем же ему сообщают в ночь Кадр? Потому что мы в толковании ночи Кадр да, то есть спускаются ангелы и дух мин кули амрин, то есть ради каждого дела. И в этом в толковании этого аята мы видим, что сказано, что к посланнику Аллаха и его наместником после него в эту ночь каждый год приходят дух и ангелы, которые сообщают ему обо всех событиях будущего, грядущего года. И имам Садыка, алейхиссалату вассалам, спросили, о чем же сообщают, если в Коране все сказано? О чем? Угу. Его светлость сказал, что да, но посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, получает знания без деталей, а в эту ночь он получает детальные знания об этом. Я к чему это привожу? Этот смысл передается во многих преданиях, во многих преданиях, и также имеется аяты священного Корана об этом, что в Коране есть знания обо всем. Они общие. Общие.
да, не детальные, не привязаны к какому-то определенному времени, к какому-то определенному пространству, к определенной личности. Именно то, что сообщается каждый год наместником Аллаха на земле, посредством духа и ангелов. Эти знания имеются, и вот это понимание. На самом деле это смысл, это величие Корана, которое очень сложно понять, это сложно себе представить, как может быть книга, как может книга вобрать в себе знания обо всем. Но это нужно хотя бы понять, попытаться постичь. Это шаг в сторону, необходимый шаг в сторону Корана, чтобы его понять. Начало его значимости. И поэтому и внешние действия здесь тоже играют значимую роль. Обратите внимание, это очень важно, я хочу подчеркнуть, потому что мы наблюдаем обратно. Видим человека, который какой-то суетой занят, но при этом слушает Коран. Это нехорошо, это неправильно. Слушать Коран хорошо, но суетиться в это время нехорошо. Почему? Потому что это принижение значимости Корана. Коран звучит просто как фон. Для чего он звучит просто как фон? Это та книга, которая должна звучать как фон. Это то чтение, которое должно звучать как фон. Это принижает в наших глазах значимость Корана. Такие вот действия, которые повторяются друг за, раз за разом. Мы слушаем Коран как нечто такое фоновое. Для того, чтобы не было тишины. Просто для этого. Потому что мы не прислушиваемся. Мы не слушаем его для того, чтобы запоминать, мы не слушаем для того, чтобы привыкнуть к нему. Нет, мы потому что заняты, мы суетимся, мы не сконцентрированы, мы не собраны, мы заняты другими вещами, разговариваем с кем-то, по телефону разговариваем, или находимся за рулем и с кем-то общаемся. Это все постепенно играет свою роль, что мы значимость Корана принижаем. То есть уже на уровне подсознания мы не будем, то есть не то, что не будем, то есть серьезность общего вопроса для конечно, нас... Конечно, она спадает. Поэтому нужно поставить перед собой цель. Собран, концентрирован, оторван от других дел. Немножко, например, едешь один в машине за рулем, и ничто тебя не отвлекает. Можешь послушать священный Коран. Здесь нету вот этого, вот этой халатности к священному Корану. Но а когда ты чем-то занят... Например, даже дома, находясь дома, он готовит, чем-то там занят, еще какие-то шумы имеются, но при этом еще и Коран слушает. Ну, как... То есть что-то его отвлекает. Что-то его отвлекает от того, чтобы он слушал Коран серьезно и относился к нему соответствующе. Курбан, мы вынуждены прерваться на паузу, после которой, иншаллах, продолжим. يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات в эфире, уважаемые телезрители. Курбан, обсуждение остановилось на том, что принижение, то есть попытка, что мы должны избегать каких-то действий, которые в душе нашей принизили бы значение Корана. Такой вопрос возникает. Смотрите, вы говорите о взрослых. Взрослые, они, допустим, могут выбрать сконцентрированность или отсутствие, или какое-то проявление уважения, допустим, даже если говорит отец человека, даже на фоне имеду Корана, то человек не может как-то в суете это все слушать. Это не проявление неуважения, а тут речь Всевышнего. И как бы ясна аналогия, что если уж к словам отца человек проявляет уважение, то уж тем более надо бы к Корану проявить уважение. Но сегодня также есть тенденция, обычно включают Коран детям. То есть, опять-таки, или они спят, или они играют, ну что угодно. То есть, можете ли вы прокомментировать их случаи? Нету ли там подводных камней?
случае с детьми все намного проще, чем со взрослыми как раз таки. Почему? Потому что дети, они, как правило, являются такими отражениями своих родителей. И тот трепет, который они наблюдают в своих родителях, они тот же трепет будут испытывать к священному Корану. И ту халатность, которую они будут наблюдать в своих родителях, ту халатность они будут проявлять. Поэтому они являются отражением своих родителей. И в зависимости от того, как родители к священному Корану относятся, какое отношение они проявляют, так же и они будут проявлять. Но дети более или менее понимающие, естественно, мы не говорим о младенцах, естественно, я так понимаю. Да. Речь-то не о них. Но в том числе и младенцы. То есть, ну, там-то, конечно, отпадает вопрос отношения, потому что они нужно показывать трепет именно. Нужно показывать уважение к священному Корану. Нужно показывать этот трепет. Но само прослушивание, конечно же, ничего плохого в этом нет. И это даже хорошо. А не вызовет ли это потом? Но нельзя именно показывать вот эту халатность, вот эту беспечность, вот это вот неуважительное отношение к священному Корану. Это нельзя демонстрировать. Нужно именно показать особый статус священного Корана. С самого маленького возраста, нужно это показывать. Не говорить, а именно показывать своими действиями, своими отношениями к священному Корану. Это, вне всякого сомнения, благоприятно повлияет на ребенка. А если показывать другое отношение, ну я не могу сейчас смоделировать какую-то конкретную ситуацию и какие-то конкретные примеры привести. В общих чертах нужно показывать именно вот такое уважительное отношение. Угу. Как бы там ни было. Но само прослушивание, в этом ничего плохого, конечно же, нет. И даже хорошо. Само прослушивание с учетом того, что было сказано. Если позволите, я кое-что скажу по поводу некоторых аятов священного Корана, потому что, как мы уже сказали, священный Коран является шифа улимя фис судур, является исцелением того, что в груди человека, того, что в сердцах, того, что в грудях. Но и как любое лекарство, каждый из аятов имеет свою роль, играет свою роль. И здесь нужно подчеркнуть, что есть аяты священного Корана, которые играют особую значимость в жизни человека. И это и важнейшим из таких аятов является аят, который был лишен этого статуса. Это «Бисмилляхи рухмяни рухим» – «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного». Дело в том, что когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, читал именно этот аят, «Валлявнуфура». Мушрики отворачивались, многобожники отворачивались с ненавистью. Это сказано в священном Коране. Сказано, «Ваида дакерта раббек фил Кур'ан вахда». Когда ты упоминаешь своего Господа в Коране, одного лишь его упоминаешь, «Валляв аля адбарихим нуфура». Они отворачиваются с ненавистью, с презрением. И в толковании этого, что это? Что это за «дакерта раббек» фил Кур'ан? Что это за аят? И в толкованиях сказано, что это «бисмилляхи рахмани рахим». Но, когда мы говорим, что мы говорим это и повторяем, и неоднократно ранее объясняли это, и разными примерами объясняли, разными случаями объясняли, что ислам сохранился, но его эффективность, она, с ней велась борьба именно с эффективностью ислама. Кто вел, как вел, неважно. Речь не об этом, речь о том, что этот аят священного Корана, от которого отворачивались многобожники, которые больше всего ненавидели многобожники, «Валлав аля адбарихим нуфура» – отворачивались с ненавистью. Этот аят священного Корана сейчас большинство мусульман аятом священного Корана не считается. Но если считается, они просто не озвучивают его.
Нет, почему говорят, это не аят священного Корана. Ну, как... из Фатихи, допустим. Нет, это не аят священного Корана. И именно из-за этого его не читают. Он стоит под номером один. Что? Аят священного, бисмиллахи рахмана рахим. Ну, если это часть суры, это аят священного Корана и часть суры, то, естественно, его необходимо... вслух прочитать. Да, то есть как и ну, весь вот остальной, это, я думаю, всю остальную может... суру. Может быть, объяснено, допустим, какими-то детальными разъяснениями, там, человек, допустим, не знаю. То есть я лично не вникал, почему большая часть мусульман это не читает. Мои слова, я хочу подчеркнуть, что это не мои слова. Вот, имеется предание от непорочных имамов. Сарагу акрам аятин фи китабилла. Это хадис, это предание. Что украли самый благородный аят в книге Аллаха. Что значит украли? Как украли? Принизили значение. Да, то есть сделали то, что эффективность ее снизила. Потому что также мы имеем в преданиях, что бисмиллахи рахмани рахим, азаму аятин фи китабиллах. Самый величайший аят в книге Аллах. Имеются и другие предания, что признаком верующего является произнесение этого аята вслух. Признаком верующего является произнесение этого аята вслух. Так эти многобожники, которые валлаву аля адбарихим нуфура, которые отворачивались с ненавистью, они получили то, что хотели. Они обрели то, что хотели. Почему? Потому что почему-то кто-то решил, что не нужно этот аят произносить. То есть вы считаете, что это следствие их деятельности, их политики, их влияния в халифате? Ну, конечно же, к сожалению, это не единственный случай. Они самые величайшие аяты священного, они самые величайшие аяты Всевышнего направили свою борьбу против самых величайших аятов Всевышнего. Также имеется предание по поводу значимости, величия этого аята, бисмиллахи рахмани рахим. Я приведу еще одно предание. Есть имя Аллаха, имя Всевышнего, которое А'азам, величайшее из имен Бога. Так вот, имеется предание, бисмиллахи рахмани рахим, акрабу иля смиллахи л'азам, мин назир аль-айни иля баядиха. Что бисмиллахи рахмани рахим, ближе к величайшему из имен Бога, чем зрачки в глазу к белкам. Ближе, чем зрачки к белкам. Настолько значимое и возвышенное значение имеет этот аят. И поэтому нужно обратить внимание на это и практиковать этот аят. Практиковать каким образом? Произносить его вслух. И оно оказывает величайшее воздействие на человека, величайшее воздействие на его развитие. Просто произношение, да? Произношение вслух. Ну, конечно, никогда нельзя отказываться, никогда нельзя забывать, что нужно осознавать, нужно понимать, нужно размышлять над смыслом, что значит бисмиллахи рахмани рахим. Но произнесение вслух очень часто подчеркивается в преданиях. Именно произнесение вслух. Даже в молитвах, обратите внимание, где Коран нужно читать тихо, как сказано в священном Коране. Что некоторые молитвы нужно читать тихо, негромко, негромким. Это дневную вы имеете в виду, асан? Да, дневные молитвы нужно читать, в Коран в дневных молитвах нужно читать тихо, шепотом. Нельзя произносить громко, но это не касается этого аята. Аята бисмиллахи рахмани рахим это не касается. Это подчеркивалось всегда, это всегда говорилось, что Коран читаете шепотом, а этот весь Коран читается шепотом, а этот аят нужно произносить. Желательно произносить его вслух. То есть мы наблюдаем совершенно разную картину, когда одна часть мусульман, даже там, где вслух надо читать Коран, не читает бисмиллахи рахмани рахим вслух,
И наоборот, другая сторона, даже когда не надо читать вслух, этот аят именно все равно читают. Да, вот это есть то, что мы называем лишение эффективности. Лишение эффективности. И когда мы говорим о многобожниках, это необходимо помнить, что мы говорим о дьяволах среди детей, потому что в Священном Коране сказано, что дьяволы, шайтаны делятся на людей и джиннов. То есть шайтаны — это не только джинны, это еще и люди. Это особые создания, это особые творения. Это люди и джинны, которые обладают особым статусом, особым положением, особым состоянием. У них, если можно так выразиться, патологическая ненависть ко всему возвышенному, ко всему ценному, ко всему духовному. В сегодняшнем мире, это мы в особенности в так называемом либеральном мире, это очень часто наблюдается. Вот эта вот невероятная ненависть ко всему хорошему. Несмотря на то, что либерализм исповедует свободу. Казалось бы, какое тебе дело до того, что на голове у другого человека? А нет, либерал свободу исповедует, свободу выбора. Но нет, нужно запретить, нужно бороться, нужно... Я к чему это говорю? К тому, вы что про есть... хиджаб имеете, да? Да, 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 про головную для покрывало. Я к тому, что есть люди, которые испытывают к чему-то действенному, возвышенному, к тому, что исправляет общество, к тому, что исправляет человека, его духовное, влияет положительно на его духовное состояние, они испытывают особую ненависть к этому, особое отвращение к этому. И то, что говорится в Коране «Валля валя адбарихим нуфура» — это не просто так. Они не просто отворачивались именно от этого аята, потому что это «Азами аятин фи китабилля». Это величайший аят в книге Аллаха. Ну, конечно же, нужно уделить внимание. Это всего лишь один аят. И я бы порекомендовал бы нашим слушателям поработать над толкованием этого аята. Если у нас будет возможность, я бы был не против, допустим, чтобы вы разъяснили какие-нибудь важные пункты в этом аяте, в том числе. Я это к тому, что время наше подошло к концу, мы вынуждены попрощаться. Мы прощаемся с уважаемыми телезрителями. До новых встреч. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.